О, хотите, сделаем крутое упражнение на благодарность? Оно жутко сектантское, но офигенное. Пожалуйста. Спасибо. Давай, я покажу. Оно очень крутое упражнение. Надо только хорошо бы музыку включить, такую плавную какую-нибудь. Так кладете руки, смотрите на человека. И представляете, что этот человек – божество. Божество, от которого исходят благословения настоящие. То есть он в вашей жизни не случайно. Мы встретили… Это реально так. Мы встретили друг друга не случайно. Мы очень… Не-не-не. Мне нравится, что бит. Я хочу, чтобы просто было что-нибудь… Музыка, я привередливый. Короче, искали весь тренинг музыку оставшись. Все, отлично. Вот, я представляю, что это божество. Что все прекрасное, что в моей жизни сейчас произойдет, это благодаря вот этому прекрасному созданию. И дальше я склоняюсь почтительно. То есть я делаю как? Я делаю вот так. Если вы чувствуете, что вы так не можете, у вас там гордость. Не, ну тебе. Подожди, я встать должен. Если вы чувствуете, что вы не можете так, это прям высокий уровень. Да. Вы можете дать чуть-чуть, например, так или. Или просто. Что это гордыня тогда? Ну да, это какая-то хрень. Она не нужна. Нам она не нужна. Нам с тобой она не нужна. Все, а потом другой человек.